Что такое последний звонок для родителей? По-моему, он не заткнул его, наоборот. Подожди, мне мама да, чуть-чуть. Сейчас либо музыка выключит, либо Сёма закричит. Может, он запоёт? Дубль два. Первый вариант. Олеся Чайка, что такое последний звонок для родителей? Что такое последний звонок для родителей? Это радость или грусть? Ах, да ну и пусть. Если радость, то какая? Забавная или смешная? Если грусть, то о чем? Наверное, о том и о том. Не болтайте вы мне чепуху. Я люблю и не люблю. Я хочу и не хочу. Я молчу, молчу, молчу. Бантики, цветочки, мальчики, прыжочки. Ах, забыла, это ж мама-то я. Эх, рвануть бы мне опять туда, где слезы радости и смех. А училку помнишь ту, что застукала тебя внизу? Штанишки ты не успел надеть. Да ладно, ладно, я шучу. Тихо, тихо, дети, звонок. Блин, чего же я реву? Молчу. Тут же, когда попадаешь в общество талантливых людей, тебе же хочется как стать угодно. Тоже талантливой. Вот я решила тоже себя попробовать на стезе поэтессы. Написала, не судите строго, ну так, как бы навеяло. С утра вся в мыле и в бегах, вся в нервах, в поте и в слезах, банты, колготки, каблуки. Забыла стих, позор семьи, поет всех громче, молодец. Споткнулась со звонком, капец. Я снова плачу и кричу, проснулась, в ужасе гляжу. Ах да, для нас все это впереди, мы только в детский сад пошли. Спасибо.